Друзья, на ваши вопросы многочисленные хочу ответить о посещении певицы Максима, о ее состоянии. Действительно, она уже 2 недели находится в коме, но когда я вошел, то встретил меня ее внимательный и понимающий взгляд. Я пособоровал Марину, причастил святых христовых тайн, и не один я заметил, как радостью ее глаза наполнились, лицо стало светлым, и мы все засвидетельствовали, что она и вместе с нами, и понимает, что происходит. Так что будем надеяться вместе молиться об исцелении, и раз милость Божья явилась к ней в причащении святых христовых тайн, в этом благодатном посещении самим Господом, то будем уповать, что из-за одра болезни воздвигнет ее Господь.